Рейтинг составил портал «Медиазона». Речь о тех, кто брал мзду натурой. Александр Стукальский, уже бывший сотрудник ДПС, потребовал от жителей Ершовского района тушу барана. Взамен пообещал закрыть глаза на нарушение правил дорожного движения. В итоге Стукальскому дали 5 лет колонии. Вместе с ним в топ попали начальник отделения ФМС России по Забайкальскому краю, с которым рассчитались железнодорожными шпалами. Полицейские из Нижегородской области ему вскопали огород. И некий Федор Аристрахов из Магнитогорска потребовал себе ватник, шапку и спиртное.